И есть такая легенда, если ты посмотришь его, то придет Соник и тупо схавает. А Шаринган там его похуй. Что за хрень? Ничего, прыгнул тебя? Всем привет, ребяточки, вы на моем соло-канале, и сегодня со мной мистер Нек, да. Всем привет, ребяточки, это коллаборация века. Мы сегодня снимаем совместный видос, ребята, не забудьте заценить мой видос с Русом по ссылочке в описании. Да, ребяточки, ссылочка будет в описании, и сегодня мы будем смотреть максимально проклятый мультик, который есть на ютубчике. Получается, он про Соника, и есть такая легенда, если ты посмотришь его, то придет Соник и тупо схавает тебя. Я не знаю, будем сегодня это проверять, посмотрим, что с нами произойдет, если мы посмотрим этот супер проклятый файл, супер проклятый фильм какой-то про Соника. В общем, давайте не тянуть быка за яйца, садиться за давайте сядем на кресло и уже давайте включать этот проклятый фильм про Соника 666. Ну, ребяточки, ну что, посмотрим, что с нами случится, бля, прикинь, если мы тупо включим. Так, Макс, давай с нами смотреть. Ну что, включаем? Короче, нельзя. Типа, говорят, что после просмотра у нас психика просто полетит крышей. Ну не знаю. Ты знаешь, как этого желтого зовут? Рыжий перец. Рыжий перец с двумя хвостами. Это лис Наруто. А Наруто пока нет его тут. Соник. Короче, мы будем сейчас искать... Это Наруто против Саски. Это Наруто против Саски, ребята. Кто шарит, ставь коммент и лайкчик. Это Наруто, кто не понял. Это Сакура-чан? Сакура-чан? Какаши-сенсей? Боже, ну крепотняк это, шо, а Соник обезумел, типа? Мне кажется, он в шоке, он дрожит, у него обоссаны штаны уже. Он вообще без штанов, блядь, прикинь. Соник. У нас такой дебильный. Не трогай его. Зря ты тронул. Саски, верни в деревню сосиски. Сосуки. Ему понравилось. Ох ты ж, бляха. Шаринган. Шаринган в натуре, Наруто Рисинганом убивает. Рисинган Сюрикен, бля. Бля, мы должны бояться одержать, походу. Ребяточки, все. Ну я не ел Наруто. Ты шо? А он похож со спиртуалом. Похож, чувак. Это отсылочки какие-то, походу. Так, кости. Чьи это кости, думаешь? Это Кэкудзу? Орочимару. Ну вот сейчас ты убил. Ребят, ну вот это проклятый мультик тот самый, после которого люди не возвращаются домой. Мы уже дома, слава богу. Нам не нужно куда-то. Нет, точно. Этого как-то Лиз зовут. Как-то зовут, ребят. Мы не помним. Но мы знаем Соника. Фокси. Фокстрот. Опа-на! Нет. Он его завалил? Оба, в головину. А Шаринган там... Ему похлеб уже. Ого. Стихлаз, блин. Смотри. Ого. Реген какой-то, как у Волдеморта. Все, надо текать, куда он сидит? Куда он закрыл, глаза закрыл? Я надеюсь, ты не порно-версия? Да я надеюсь. Да нет, но а это... А двуххвостый стрелил? Я видел, на эту реакцию делали какие-то америкосы, они, короче... Когда досмотрели, вроде что-то дичь какая-то началась. Мне интересно, что тоже начнется дичь какая-то. Опа, Соникс. Ох, он убил это. На тебе, Соникс. Бля, он его вообще расфигачил. Ребята, если вы знаете, как зовут этого Наруто рыжего, напишите в комменты, потому что я забыл. Ёлы-палы, дед на рыбах. А мне вообще похрен. Это уже Happy Tree Friends какой-то. Это Happy Tree Dreams. Это такой небайный все на ютубе. Ну, америкосы же смотрели как-то и нормально. Вся. Ну, язык зеленый. Давно не чистил такой. Это все? Не-не-не, я думаю, нет. Это начало? Это только начало. Монстр обосрался, такой дернулся. Куда он чешет? А что за вселенная, как думаешь? Вот что это такое? На что это напоминает? Ну это же вселенная Соника, вот эти все квадратики. Карандаш.
Будет рисовать? Бля, ну дикий мультик. Ну, раз он на ютубе находится, это же значит как-то можно. Ну это жестко, чувак. Жестко, чувак. Ну рисовал, конечно, хорошо. А что он хочет вообще? Не знаю, просто злой. Он хочет. Он хочет к нам прийти. Прикинь, сейчас к нам придет. Ой, это тоже где-то видел. А это другой Соник, это дружбаный Соник, а он их гасит, как, ну, да, как машкару, блин, на. А, Тейлз. Тейлз. Тейлз, но. Он его ищет, походу. Пропал Тейлз. Он Супермен. Соник, бля, отстань от него, не трогай этих пацанов, они нормальные хлопцы, бля. А чё Соник такой сильный, чё он? Ну Соник самый быстрый, самый сильный. Ну где он такой сильный? Что он на месте тут стоит? Ну он просто это... Что-то медленно глядит. Но он, это... Ветер сильный. Полусупергерой. О, полетел 3 года, бля. Деревня разрушена. Коноха. Химикал плент. А сколько оно уже идет? Джон Бэк. Не знаю. А ну проверь. Та еще четко половина. 5 минут. Fucking Sonic. Не, ну все, он не боится, как будто он такой. Я готов с тобой сразиться, Sonic. Sonic, а ты что, к нам домой тоже придешь, да? Давай свои глаза заярче. У него такой нос какой-то дебильный, вообще максимально. Такая писюлька. А вот он нормальный. Sonic. Sonic. You kill Tails? Он показывает стрелю, видишь. What the fuck, what the fuck, ребята. Он такой думает, чего? What you doing, man? Это же мой друг Tails. Tails. Блин, Tails. Ты у нас в душе, не переживай. Макс, а ты уже что, спишь? Не надо. Соди, смрал. Минус 5 к атаке. И воля. Не, опа, хотя сейчас воля. Паша воля, блин. Теперь ярость. Вот это он, блин, демон, конечно. Психопат. А что летает вообще? А что не все летают? А фиг его знает, они летучие какие-то сониксы. На! А он не досягаемый, он бог, да, где-то он думает? На! Мангейт. Он хочет, походу, этот Шинган самый жесткий, не бить друзей. Походу. Он Наруто перестрелил. Ребята, не стрелять. Нет, ну так, Максик, ну ты что, уже уснул? Ну, смотри, Макс очень страшно. Не странно, он не дублит, что тут происходит. Вот бы знал. Опа, ну паузу нажми. Что-то мне послышалось, что кто-то стучал. Бля, как будто кто-то стучит. What the fuck? Может, соседи, чтобы тише сделали? Не знаю, там мы вроде тихо. Да, проверим, да. Так, ребзя, чекаем. А можешь посмотреть тут, кто-то есть? Это улица. Да вроде нет. А может, показалось? Ну, кто-то стучал явно. Может, соседи стучали? Чувак, это Соник. Прикинь, это Соник, чувак. Вот фок, у него кровь с глаз. Держи. Чуваки, это реально Соник. Какого хрена? Чувак, ты подкинул Соника? Как? А кто там подкинул? Там никого не было, блин? Вообще никого. What the fuck, ребяточки, вот. Ну чувак, он похож на из мультика. Бля, это крепотня. Ребяточки, крипово, какого хрена? Это ж не живая игрушка, я надеюсь, бля. Бля. Какого хрена она вообще пришла? Или что за фигня? Ну, бля, я не знаю, чувак, но это очень стрёмно. Может, надо её разрезать? Ага, вдруг у нас потом гахнет, чувак. Надо проверить, эта игрушка вообще живая, чи нет. Так что думаешь? Короче, я думаю, бля, нужно ее связать, чувак, потому что он... Да, давай свяжем. Один! Ты забыл, чувак, он что, ты пашется? Бля, чувак, мы... Блядь, он теперь дома, и нам кранты, чувак. И нам кранты, оно живое, блядь. Чувак! Фу!
Фу! What the fuck? Чё ты наделал? Включи свет. Чувак, чувак. Я круг. Макс, ты живой? Макс, не мог его с этого как-то скинуть? Вроде что. Да не, как-то он стоял там. Пизда. Может, он как-то прыгнул? Я не знаю, чувак, как будто... Бля, оно как будто на меня смотрит, чувак. Эта игрушка проклята, она я живая. Да я протру кого, бля, кровь, чувак. Бля, чуваки, прям душу смотрит этот гребаный Соня. Гребаная игрушка, кто-то, бля, подкинул. Пиздец, чувак. Макс, ты чё? Ты хамал её? Чё, ты в крови, дядечка? Капец, чувак. Блин, чувак, им это стрёмно. Во! Чё за... Чё? Где? Чувак, как это происходит? Блядь, он опять убежал. Да не, ну Макс в этот раз точно ничего не сделал. Чувак, он бегает быстро, как Соня, походу. Чувак, может... Куда? Ты ничего еще, да? Да я не знаю, чувак, это странно. Это очень странно сейчас. Блядь, слышишь, это как будто он пробежался. Чё там? Сиди, чувак. Чувак, он перемещается, бля, в пространстве как будто. Гребаный Соник. Пиздец. Чё ты сейчас с ним делаешь? Стрёмно. Не знаю, максимально. Чувак, мне кажется, если ты будешь его трогать, то он будет только больше перемещаться. Пиздец, чувак. Ребяточки, просто стрёмно что-то с ним делать, я не знаю. Чувак, мне кажется, он живой, у него глаза как будто ещё подтекают в купаж. Бля, чувак, это очень стрёмно. О, о, что за хрень? Ну что, прыгнул тебе? Сними, сними, сними. Бля, чувак, это жестко, чувак. Бля, у меня все руки в крови, чувак. Чувак, надо выкинуть нахуй. Он набросился на меня. Чувак, надо связать и выкинуть. Он, блядь, набросился на меня, ребяточки. Короче, ребята, я его словил. Сейчас я буду его так держать, нужно бы его чем-то связать. Нет, нет ничего. Не знаю, чувак. Ты сейчас что-то придумал, короче. Мне это жестко, чувак. Короче, ребяточки. Держи пока. Эта кукла явно живая. И я намерен ее разрезать. Но давайте для этого соберем 15 тысяч лайкосиков. И я его обязательно разрежу. Посмотрим, что внутри, как он двигается. Это робот или какая-то живая кукла. Я не знаю, короче. Ставьте лайкосы, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на канал, на мой канал, на ссылочку будет еще на некий канал. Так что давай, Джайс дует. И, бля, надеюсь, этот Соник не придет к вам домой. Все, всем пока.